Вот почему так бывает? Пакеты одного сорта из одного пакетика. Одно растение. Только женские цветочки. Плодоносит, все, нет у меня к нему замечаний, все, все у него хорошо. Вот такая прелесть. Другое растет тут же. Это я уже показывала мою грядку под дерево. С другой стороны только этой грядки. И вот на этом трутне за все лето, специально даже покажу, не было ни одного женского цветка. Только мужские цветки. Все одно и то же место, с одного пакетика, один сорт. Как такое бывает?